Как дела? С вами снова Морская Свинья, и мы продолжаем играть в Чираками Сама и Четыре Демона. Ну что ж, давненько не было ни видео, вообще никого, ни меня, ни вообще игр, ни новостей, ничего. Да, тяжелые времена наступили для тех, кто учится, ну и для тех, в принципе, у кого там тоже закончились выходные. И да, кстати, я поняла, что нужно зайти в этот дом, чтобы вот... мы смогли дальше пройти по сюжету. Вообще, эта игра очень странная, если так подумать. Мы здесь только ходим и разговариваем. Хотя, черт возьми, так все игры у меня были. А, Койчи-кун, прости, что пришлось попросить тебя приглядывать за Канаёши. Койчи, ты видел фотку Хадзуки? Она такая милашка. Я бы хотела посмотреть. А я не покажу. Прости, Койчи-кун, это моя сестра научила его таким шуткам. Папа, я сейчас вместе со всеми пойду на исследование, которое проводит Яи-чан для домашнего задания. Вот как? Блин. Ага. Хорошо, ну пока. Пункт «Родственники Койчи» добавлен в глоссарий. Канаёши-кун так похож на Акиоми-куна в детстве. Ну вот, смотрите, нам разрешили уже идти в какое-то это... исследование, как нам говорили в начале еще. Экзамены на носу? Тяжко, наверное. Да пока вроде нет. Пока только начало года. Но, ребята, я вам скажу, третий курс — это капец. Мне уже плохо. Первая неделя. Я сейчас сижу сонная немножко. Ну так, слегка. Потому что сейчас четверг. А, нет. Нет, сегодня пятница, господи. Я уже думаю, что с четверг, сегодня пятница. И, скорее всего, это видео выйдет сегодня в пятницу. Так, куда нам идти? Я надеюсь, сюда, да? Да, да. Хотя нет, вроде. Они без меня пошли на исследование. Кстати, что у нас там в глоссарии? Нет. Где тут глоссарий был? А, вот. Остров Чираками. А, родственники Койчи открылись, да, вот. Родственники Койчи. У отца Койчи и Вао есть два брата и одна сестра. Старшая сестра Щёко, младшие братья Токудзи и Акиоми. У Щёко есть дочка, учится в средней школе. Такудзи — отец двух уже взрослых сыновей. У Акиоми сын Канаёши и дочка, которая с ним не приехала. А, понятно. Так. Я думаю, что не в эту сторону нам надо идти, а вот... сюда, да. Ура. Собака. Скоро наступит время блуждающих огоньков. Становится красиво, когда собирается стая. Ты ведь не любишь насекомых, Кочан? Если что, могу одолжить тебе моего пса, он их, по-моему, почему-то ест. А, нет, мы же здесь были уже, да? Не, мы тут точно были. Вот так вот не играть. Недели две. Я уже все забыла. А, вот. После прогулки даже есть захотелось. Яи-чан угостила меня карамельками. Повезло тебе. Для Койчи я тоже приготовила, только они растаяли немного. Карамельки добавлены в инвентарь. Но карамельками особо не наешься, лучше бы я шоколадки захватила. Это вот точно. Кстати, у меня же есть печеньки, которые испекла для меня Яи-чан. Яой-чан. Яой-чан. Сама испекла? Круто. Правда, я оставила их в доме, сейчас принесу. Тогда я пойду с тобой. Да тут недалеко же, я смогу дойти один. Канаёши, отсюда виднеется Койчи и Яэко. Интересно, они встречаются или нет? Не уверен, но думаю, стоит их оставить наедине. Так, а зачем я вообще пошел? А, точно, за печеньками. Они в сумке, которая находится на втором этаже.
Нифига себе, я тут так могу сохраняться. Ну зачем? Ладно. Дом кажется совсем близко. Прохладно. Что-то канающик он долго. Действительно. Проверю дом. Ладно. А может он там умер? По дороге, мало ли что. Где, интересно, канающий оставил свою сумку? На втором этаже, он же сказал. А, вот так же. Не, я, кажется, не туда пришла. А, вот же, да-да-да, вот. В каком из дверей он? А, вон сумка. Все, поняла, пошла. Увидела, забрала. Рюкзак Канаёщи. Открыть рюкзак. Конечно же, да. А, это же печенье было добавлено в инвентарь. Канаёщи, ты вообще был здесь? Может, мы разминулись? Думаю, стоит вернуться к Яй-Чан. Знаете, если бы это был бы хоррор, наверное, сейчас бы уже надо было бояться, но это не хоррор. Я не знаю, к счастью, это или к ужасу. А вот это что за сумка? Ладно. Ты нашел Канаёщи Куна? Я обошла весь сад, его нигде нет. Нет. Кажется, домой он не возвращался. Печенье, за которым он шел, осталось в сумке. Но куда тогда он мог войти? Нафиг его знает. Может, его демоны забрали? Сюда, кажется, тоже не приходил. Опа. 18 часов, уже вечер. Никого нет. Давайте закроем глаза. Ой, нет, закроем, да. Я ничего не знаю про человеческого ребенка. Оставь меня в покое, я хочу спать. Ладно. Грубая кошка. Так. О боже, нашел? Поблизости его нигде нет. Может, стоит осмотреть море? Кое-часа, оставайся здесь, мы пойдем проверять море. Да знаю я вас, сейчас что-нибудь случится с вами в этом море. Расписание кораблей. В одиночку он не смог бы уплыть обратно. И кошка не помогает. Боже, куда мог деться Канаёщи? Прости, Кой-Чикун, что создаем проблему для вас. Где же он может быть? Мы уж думали, что он мог упасть в колодец, но, слава богу, это не так. Давно уже пора закрыть его, раз не пользуется. Мы обыскали все дома, его нигде нет. Может, плохо проверили? Может, собака знает? Ничего не видел, не слышал про него среди наших. Если что-нибудь станет известно, сообщу. Канаёщи нигде нет. Думаю, стоит еще раз осмотреть дом. Кстати, что-то демонов нигде не видно. Где они могут быть? И демонов нет. Все очень странно вообще. Демоны — это мои друзья, кто не помнит. Надо было пойти с ним. Как же мы его отпустили? Да фиг его знает. Мы просто такие, ну пойдем, пойдем за печеньем все. Скорее бы найти его. И демонов нету. На той стороне даже дверей нет. Офигеть. Нужно обязательно найти его до наступления темноты. Во время отлива нужно будет осмотреть место под мостом. На втором этаже никого нет. Уже время начала фестиваля, все так ждали его. О, смотрите, огоньки, какие красивые. А может быть здесь демоны? Не знаю. Может они где-нибудь здесь? Нет. Их здесь нет.
Мы собираемся идти в лес. Койчи, ты ни в коем случае туда не ходи. А если уж сильно хочется? О, смотрите, отлив немного пошел, да? Или это так и было в прошлый раз? Я уже не знаю. Простите, я не знаю. О, вон там что-то. Но может еще можно с кем-то поговорить? Нет? Койчи-кун? Канаёщи все еще не нашли? Где же он может быть? Кстати, а пещеры Шириками сама уже смотрели? Она хоть и закрыта, но может он там? А, ну это намек такой, да? Намек понят. Я как раз туда хотела пойти, мне просто запретили туда идти. Вход в пещеру? Кажется, где-то был записан код от замка, на доске объявлений смотрел. А фонарик взял с собой? Ты хоть и знаешь путь, но все равно там темно. А. Код от замка, фонарик. О, это интересно. С этой головоломкой я много играл. И про машинку помню. Я потом все отдал Канаёщи. Грустная история. Так. Угу. О! Фонарик я взяла, отлично. Я нашла его. Доска объявлений, там код какой-то должен быть. Ой, я вижу, там кто-то стоит. Да, вот смотрите, отлив. Числовой код. А, точно, в прошлом месяце были цифры 0123. Не открывается. Отлично, это замок просто 1, 2, 3. А, вот, 4567. Код замку от пещеры. Да. Игра, кстати, маленькая, так что я думаю, вы сильно не расстроитесь, если я сейчас начну ее проходить. Ну, это только сегодня, как бы, не думайте, что я забыла про ваншот там. И, конечно же, про мой великолепный, неповторимый тень судьбы, мой любимый просто. Ребята, там столько концовок, я просто офигела, когда их посмотрела. О боже, я такая думаю, господи. Мой дорогой Эйк, думаю, мы никогда не расстанемся. Будем всегда вместе. А. Я-то думала, он сам это ведет. Но я надеюсь, я правильно помню. Блин. Понятно. Не волнуйтесь, вернемся обратно. Что поделать? Я думала, он сам запомнит, честно. Я забыла, видимо, просто, что когда ты играешь в игру... 45-67. О боже, 45-67. Да, я только вот на две цифры-то ошиблась. О, открылась. Ничего нету. Вглубь пещеры идти не самая лучшая идея. Там небезопасно, но... Но мне пофиг. Я иду. За другой двор я иду в пещеру. И что, это все? Так. Однажды девушка втайне ото всех привел мне... Дедушка, блин, девушка. Значит, здесь живет Шириками сама? Верно, Шириками сама всегда присматривает за тобой и всеми остальными. Ведь он бог-покровитель этого острова. Хе-хе, Шириками сама классный. Койчи, если у тебя будут какие-то проблемы или просто захочешь чего-то пожелать, то приходи к Шириками сама. Если ты будешь хорошим мальчиком, то он поможет тебе. Он может исполнять любые желания?
В этой пещере есть место для подношений. Обычно оставляют сладости или саке, а потом... Пункт подношения добавлен в глоссарий. Но мне ничего не доставить, я не знаю, что я ему... А, карамельки! О, великие карамельки. Семнадцать. Подношения. А мы все с вами читали, я просто не помню. Среди островитян сохранилась традиция оставлять подношения на алтаре внутри пещеры. Как правило, приносят цветы, еду и напитки. Ну, сейчас я поднесу тут что-нибудь. Печеньки. А, мы печеньки, не карамельки. Положены на место подношений. Щеряками сама, пожалуйста, дай мне знать, где сейчас Канаёщи. Надеюсь, это поможет. А куда подношения уже делись? Это правда, что ли? Щеряками сама уже сожрал мои печенья. Приветики! Ты загадал желание? Сегодня у Щеряками сама выходной. Из-за веселого фестиваля у Щеряками сама сегодня выходной, вай! Канаёщи и некоторые демоны, куда они все подевались? Демоны ушли веселиться, сегодня же фестиваль. Лучше бы все они вместе с нами искали Канаёщи. Пока Канаёщи не найдется, фестиваль не начнется. А когда Канаёщи найдется, все вернутся. Тогда все, кто находится на острове, соберутся на фестивале. Тогда идем на поиски, поможем Коичи. Вперед на поиски! О, мои любимые демоны. Мои любимые персонажи этой игры. Они вернулись ко мне. Мы ищем по всему острову. Ну блин, а как я вот к тому пойду? Мне тот нравится тоже. Все заняты поисками по всему острову, люди тут и там. Где же еще посмотреть? Где еще не были? Уже все приятные места осмотрели? Кроме моря, где сейчас папа и мама? Нет, в море его нет. Не в море, в другом месте. А где тогда? Да чего вы врете? Я по-любому верю, что это в море. О, это же Ай-Яй-Чан. Я эко близко к этому месту. И правда? Идем. А, подождите! Какие активные призраки. Тьфу, блин, демоны. Они не призраки. Я и кожа уже ушла в другое место. Коичи, ты тоже туда можешь пройти. Вай, идем. Вперед. Не понял вообще. Куда она пошла? Здесь? А, стоп. А что это такое? Осталась только сумка Яйченг, но где она сама? Фиг его знает. А как можно вообще было туда попасть? Может, она решила принять душ у нас? Нет? Она зашла в наш дом, как к себе домой. О, Яйка-чан? Она не приходила сюда? Что вы сделали с Яйка-чан? Признавайтесь. Она была здесь. Что мне там делать? Он говорит. Яйка-чан? Где же Яйка-чан? А, ну может надо закрыть глаза, вот как вариант. Через дверь виднеется совсем другое окружение. Это же... Канаёщи совсем близко, Канаёщи где-то недалеко. Тогда пошли искать его. Не понял. Где мы, черт возьми? Где же, интересно, Яйка-чан? Яйка где-то здесь. Цветы много чего разного могут видеть, цветы много разного чего могут слышать. Голос маленькой девочки похож на Яйчан, только... Демоны, я знаю про них, они страшные. Это правда, бывают страшные демоны, но Яйчан, на этом острове демоны совсем другие. Они немного безумные и тролли какие-то, не знаю, они странные. С
Скажи, мама, а демоны правда существуют? Ой-ой-ой, Ей-Качан, ты больше не боишься этой книги с изображениями демонов? Так, ведь это демоны с острова, они не страшные. Сегодня мне рассказывали об этом. Мне хочется как можно больше всего узнать про них. Демоны бывают в разных местах острова. Ей-Качан, ты, может, не заметила, но вчера и сегодня к нам домой не приходили поиграть. Мама, эти демоны наши друзья? Скажи, что нужно сделать, чтобы увидеться с ними? Нужно повзрослеть? Да нужно просто закинуться парочкой. Кое-чем. Но ты пока маленькая, таки. Пока маленькая. Ей-Чан, ты что там пишешь? Письмо демонам. Я хоть и не могу видеть их, но все равно хочу подружиться. Ей-Чан, есть еще один хороший способ. Нужно попросить об этом Щеряками-сама. Щеряками-сама? А кто это? Как ты можешь не знать Щеряками-сама? Да как мы ее воспитывали-то такой? Щеряками-сама не знать. Мама, мама, а ты знаешь, что такой Чекун может видеть демонов с острова? Мы сегодня с ним играли. С ними, точнее. С ним-то ладно. Всегда играем. Здорово же, Ей-Качан, благодаря Щеряками-сама твое желание исполнилось. Это как? Разве ты не помнишь, как просила у Щеряками-сама поиграть с демонами и подружиться с ними? Блин, с этими демонами все играют. Все, кому не лень. А, и все, да? Отлично, где мы побывали только что? Ей-Ка заснула. Каны еще нет. Как она могла заснуть? Эти двери открылись, и Ей-Ка зашла внутрь. Она спит с открытыми глазами. Ага. Как же понять, куда нужно уйти? Осмотри еще раз все внимательней. Смотри еще раз все внимательней. А, открою-ка я глаза. Сейчас я узнаю, что я не знаю, где-нибудь там. Опа. Мама? А? О чем это я? Что со мной было? У меня как будто температура поднялась. Нужно еще раз пройтись снаружи. Канающий обязательно найдется, ведь этот остров облегает Щеряками-сама. Заперто. Но ведь я еще недавно мог туда зайти. Ну, а зачем мне опять туда идти? Скажи мне на милость. Опа. Коичи, ложись уже в кровать. Ладно. Я опять малыш. Я малыш Коичи. Мне так нравится. Бабушки что-то нет. Где она? Коичи, бабушка умерла. Недавно были похороны. Разве не помнишь? Да вроде пока не помню. А если открою глаза? Без бабушки плохо. Ты прав. Грустно это как-то. О, Кочан, что такое? Тут кто-то есть? Кто это? Сейчас в этой комнате, кроме мамы и Кочана, никого нет. Да-да-да, тогда, конечно. А, может, это призрак бабушки его? Ладно, Кой-чан не пойдет туда. Кой-чан пойдет пописить. Нет, он не туда тоже не пойдет, к сожалению. Ты можешь видеть меня? Давно не виделись. А кто ты? Мы никогда раньше не виделись. Я впервые встречаю тебя. Давно не было кого-то из людей, кто бы мог слышать и видеть нас. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Кой-чи, с кем ты разговариваешь? Деда, здесь кто-то есть. Говорит, что давно не встречал людей, слышащих и видящих его. А? Значит, только ты и твой дедушка могут видеть демонов. Точно. Коичи, я еще не представлял себе их. Это демоны. Демоны? А кто это? Интересно, с демонами можно подружиться? Конечно. Коичи, отнесись подружелюбнее к демонам этого острова. Они обязательно ответят взаимностью. Хорошо. Ты вроде игрался с демонами. Демон уже ушел. И правда, сегодня не капризные. Не выходи на улицу, поиграешь там завтра. Понял, понял. Не дурак.
Что ты делаешь? Ем, смотрю, не скучаю, ла-ла-ла. Они жрут тут на моей кухне, понимаете, эти демоны, обордели. А, Кочан, я сейчас готовлю обед, так что не подходи близко, это опасно. Ладно. Да, без проблем. Давай поиграем. Ну давай, во что хочешь поиграть? Чтобы выбрать. Может, в догонялки? Меня отругают, если я начну бегать в доме. Точно, давай в слова. Ладно, так. Слова, слово-слова заканчивается на А. Что-то ничего не придумывается. Значит, тебе нужно найти что-нибудь на А и показать. Понятно, то, что начинается на А. Тут нет такого. А спать интересно? Да, нормально. Что можно найти на букву А? Если у тебя есть, то дай мне. Нет у меня ничего такого. А спроси у мамы, я думаю, она сможет найти. Это хорошо. Мама всегда выручает. А, Кочан, я сейчас готовлю обед. Мама, у тебя есть что-нибудь на букву А? На А? Точно, вот этот кусочек ананаса подойдет. Подойдет, дай, пожалуйста. Вот, держи, только не урони на пол, хорошо? Ананас добавлен. Ананас. Ананас на С, значит. Стул. На Л, на Л. Что-то опять не придумывается. На Л, на Л. Мама, если у тебя что-нибудь на Л, дай мне. У меня есть ложка, но я не могу дать ее тебе. Просто попробуй спроси у дедушки и отца. Но почему нельзя дать ложечку всего на одну минуточку просто вот? Буквально. Мы сейчас играем слова деда. У тебя есть что-нибудь на Л? Вот как? Луна, может быть? Это не подойдет. Нужно что-то, что можно принести. А, вот как? Надо подумать. Ну так что, есть? Значит, нету, да? Дед. Папа, у тебя есть что-нибудь на букву Л? У меня есть ложка для обуви, подойдет? О, думаю, это подойдет. Вот и славно, держи. Ложка для обуви добавлена. Это вообще странная игра. Я думаю, вы это все поняли уже, когда я начала ее проходить. Мне просто понравилась она своим вот этим рисовкой. Ложка. Ложка. Авокадо. О, остров. Вал. Опять на Л? Луна. Авангард. Демон. Нарды. Ой, я проиграл. А дальше что будем делать? Что ты собирался? Играть. Ты собираешься играть всегда? Да, я хочу всегда играть со всеми. Не всегда все свободные могут поиграть с тобой. Так чем ты займешься? Даже не знаю. Коичи, место, где находится Канаёщи, найдено, и путь к этому месту тоже есть. А кто это? Коичи, ты все еще спишь, скорее открывай глаза. Амулет Чириками сама добавлен в инвентарь. Канаёщи, наверное, проголодался, нужно скорее найти его. Вау. Нужно войти в лес? То место в том направлении. Не самая лучшая идея. В лесу мы можем заблудиться, тогда искать придется не только Канаёщи. Все будет хорошо, мы быстро туда и обратно. Это недалеко, мы не заблудимся. Пункт «Лес демонов» добавлен в глоссарий. Густой лес острова с широками. Считается, что в нем живут демоны. Как обычно, информативно и кратенько. Как я люблю. Дальше довольно обширное место. Дальше очень темно. Какая же там темень? А, ну я поняла, что я с закрытыми хожу. Потому что я чувствую себя дебилом. Звуки насекомых. Насекомые повсюду, куда не пойдешь, они везде. А минус 30 чего, я не понимаю. Давайте сами попробуем.
Красный свет лучше всего виден. Так. О, немного, осталось немного. Заблудился? Нет. Нет, я не заблудился. Я, наверное, сохранюсь на всякий случай. Пункт «Блуждающий огонек» добавлен в глоссарий. Коичи, посмотри на противоположный берег реки. Канайоси здесь. Мы нашли его. Канайоси здесь, он спит здесь. Ура! А что он там делает? Речка течет, но в этом месте можно пройти. Много деревьев, много травы. Трава такая высокая, что через нее не пройти, к деревню не подойти. Где же можно пройти через речку? Канайоси спит где-то там. А что в глоссарии там? Блуждающий огонек, да? 20-й. Там островитяне называют ночных светлячков. Так островитяне называют ночных светлячков. Свет такого светлячка подскажет направление к выходу из леса. Однако в последнее время люди стали бояться огней среди ночи, ведь никто не знает, куда они на самом деле ведут. О боже. Надеюсь, мы выберемся отсюда. Ой, я знаю, закрыть глаза надо. В любой непонятной ситуации закрывайте свои глаза. Ладно, я не советую. Река. Через воду не могу пройти на другую сторону. О, вот он где, этот путь. А что мне с большим камнем надо сделать? Наверное, открыть глаза, думаю. Если столкнуть какой-то тяжелый камень, то можно было бы остановить поток реки. Но я уже готова. А как-то надо столкнуть. За рекой что-то есть, за текущей речкой что-то спрятано. У дерева лежит кочерыжка. О боже, кочерыжка. Да, с помощью найденной кочерыжки. Да, скидывай. Демоны, ну чё вы, готовы? Идем за Канайоси, он рядом. Интересно, куда течет река? Через траву не пройти. Вода течет, вода течет отсюда. Все куда-то движется. Чё он там делает вообще? А, где я? Как я тут оказался? Ты в порядке? Подняться можешь? Да, могу. Я, кажется, видел сон. Сон про маму. Что ж, возвращаемся. Да, только как отсюда выйти? Коичи, выход по этому пути. Ура, идем, идем. По какому, блин, пути? Я и не знал, что на острове есть такое место. Чего вы молчите-то? Чего они молчат, интересно? Обычно их не заткнуть, а тут они молчат. Куда, интересно? Там же ничего нет дальше. Что такое? А, нет, ничего. Куда они там поперли всей своей бравадой? Четыре долбанутых демона. А, это же... Это наш дом, да. Коичи-кун, так ты тут был все это время? Блин, а я так волновалась. Я Ичан. О, Канайоси-кун, как хорошо, что ты нашелся. Что-то случилось? Недавно прозвучал сильный грохот, и земля зашаталась. Кажется, пещера с черками сама обрушилась. What the fuck? Пещера обрушилась. Это жесть вообще. Как же рада, что вы нашлись в целости и сохранности. Пещера с черками сама обрушилась. Жалко.
А я так хотела сходить туда. Тарачан тоже рад вашему возвращению. Смотри, как виляет хвостом. Да он, наверное, жрать хочет, вот и виляет. Вход пещеры заблокировался, теперь туда никак не попасть. Кто бы мог подумать, что пещера так внезапно обрушится. Как хорошо, что внутри никого не было. Все такие радостные и веселые, но я не понимаю, почему. Куда, интересно, ушли демоны? Что-то не видно их нигде. Опа, вот они. Так и знал, что вижу их у пещеры, но куда они снова уходят? Я думаю, что Бог защитил нас. Как мне попасть туда? Демоны, куда вы идете? О, Койчи, куда вы уходите? Мы покидаем этот остров. Решено было отправиться далеко-далеко. Вы вернетесь когда-нибудь? Не знаем. Пока-пока. А, демоны покинули меня? Но как? Я не могу так жить теперь. Демоны, блин. Я вас любила всем сердцем. Всем сердцем и душой. Они меня кинули. Я не верю. Не может быть. Они не могли меня бросить. Мы столько пережили вместе. Это все? Это конец? Стоп. Это так и должно быть вообще? Это есть другие концовки или это единственное? Чё мне так грустно, ребят? Блин. Ребят, мне кажется, это не так, как должно быть. Вам тоже так не кажется? Ну, какое-то вот такое ощущение. Потому что концовка какая-то слишком грустная. Концовка 1, прощание. Зашибись. Концовка 1, добавлен глоссарий. Пункт просмотра иллюстрации, добавлен глоссарий. Вы хотите сохранить прогресс игры? Конечно же, да. Подсказка концовки 2. Чтобы получить концовку 2, нужно отыскать на острове демонов до слов Коичи о том, что их нигде не видно. Что? Все, я поняла. То есть надо, короче, пока он не пойдет и не спросит, типа, да, а где демоны, да? И нам нужно сразу идти, видимо, направо. Отличная концовка. А иллюстрации? Красота. Вот это красиво. Не знаю, у него такой стиль необычный, мне нравится. Блин, нет, уберите. Ну, вообще, очень странная игра. Ну, как бы да. Сколько тут концовок, это мне предстоит еще узнать. Ну что ж, друзья, если вам понравилось, то не забудьте подписаться на канал. С вами была Морская Свинья. И пишите мне... Как у вас проходит учебный год? Неважно, где вы учитесь вообще, в институте, в школе. Ну или вообще как там, может, работать. Чё, как у вас там? У меня, в принципе, нормально. Просто пока очень сложно привыкнуть ко всему этому. Поэтому видосы так и не выходили. И вот я решила в пятницу хоть что-то записать. И как вы видите, мы вышли на концовку. Это очень необычно и неожиданно. Я думала, игра будет дольше, но... Чё-то она какая-то очень маленькая. Прям вообще маленькая. Я в шоке. Всем удачи, что ж, хорошего настроения и пока!